Привет, друзья! Сегодня у нас посылочка от спонсора. Делаем распечаточку и смотрим, что нам прислали в этот раз. Вилли Монта. Так, что мы имеем? Имеем вот такие клещи. Имеем вот такой мультиметр. Он же осциллограф. И он же, кажись, генератор частоты. Интересненько. Давайте начнем с него. Вот такой футлярчик. Чик. Вот такой мешочек. И вот такой мультиметр-чик. Дисплейчик. А брезиночка здесь, очевидно, да, подзарядочка. USB типа C. Подставочка. Тоже неплохо. И давайте мы попробуем включить. Ну-ка, сяд. Включился. Имеется встроенный источник питания. Значит, здесь у нас напряжение. Вольты. Милливольты. Далее сопротивление, прозвоночка и диоды. CX – это измерение емкости конденсаторов. Далее герцы, далее миллиамперы, микроамперы, амперы. И далее отключено. Замечательно. Так, это мы посмотрим немножко позже. Нужно изучать инструкцию. Давайте посмотрим, что это такое, что это за клещи. Тут целый набор, целый наборище. Вот такая корюбочка. Так, мануальчик. Замечательно. Открываем-то. Вынимаем-то. Что это такое? Непонятно. Так, вот они, клещи. Офигенно. Так, далее. Вот такие всякие разные проводочки. Вот такое. Всякие разные наконечнички. И тоже нужно смотреть инструкции. Сейчас я посмотрю мануальчик. Мануальчик. И мы продолжим. И все на непонятном языке. Что делать, что делать. Давайте попробуем что-нибудь зачистить. Покладем здесь. Чик. Смотрите, что делается. Вот такая красота. Тра-та-та, тра-та-та. Так, смотрим. Обжимочки. А что вот это такое? Ну-ка, ся. Открываем-то. Здесь имеется две батареечки. Ну-ка, ся, давайте посмотрим. Батарейки вставим на место. Плюс. Минус. Теперь крышечка. Чик. И попробуем нажать вот эту кнопочку. Датчик NCV. Это на всякий пожарный случай, чтобы не попасть в электричество. Офигеть. Здесь у нас высокое напряжение. Нажимаем кнопку. Подносим ближе. Офигеть. Сверху у нас, кажись, ноль. Проверяем то. А
Здесь у нас 0, а здесь фаза. Точно. Интересно, можно ли этими клещами найти скрытую проводку? Ну-ка, ся. Можно. Что это за винт? Регулировочный. Ну-ка, ся. Сделаем немножко ближе. Это выставляет длину зачистки. Этой частью зажимает изоляцию. Этой снимает изоляцию. Ну-ка, ся, давайте возьмем сечение немножко больше. Зажимаем. Чик. И еще раз чик. Нормалек, нормалек. Ну-ка, ся, давайте возьмем немножко больше. Так, здесь можно перекусить. Ну-ка, ся, давайте попробуем. Чик. Перекусили. Чик. Зачистили. Нормалек. Нормалек. Ручки пластик. И вот это вот обрезиночка. В руке держать очень даже неплохо. Так, поехали дальше. Что это такое? А вот такие зажимчики. Как ими зажимать? Сейчас мы возьмем проводочек. Зачистим. Чик. Чик. Это вставлен вот здесь. А вот это, очевидно, где-то здесь. Может быть, вот это вот. Ну-ка, ся. Зажиманту. Зажали. Кажись, зажали. Кажись, нормальненько. Ну-ка, ся, давайте посмотрим вблизи. Нормалек? Нормалек. Поехали дальше. Что у нас есть еще? Еще у нас есть вот что. Ну-ка, ся, давайте это сделаем вот так. Чик. Это сделаем. И это сделаем. С этими размерами нужно еще разбираться. Чик. Чик. Че он пищит? О-о-о. Непонятно. Нормалек? Нормалек. Ну, это для многожильного провода. Не для одножильного. Поехали дальше. Ну, все тоже, ну, разного цвета, разного размера. Принцип тот же. Вставляем. Вставляем вот здесь. А может быть даже сделать вот так. Чик. Чик. И еще раз. Чик. Зажиманта. Что-то оно аж хрустнуло. Очевидно, так и надо. Поехали дальше. Что это такое и для чего оно надо? Народ, напишите в комментариях. Что-то я не въезжаю. Ну, это понятно. Сюда зажали проводочки. Зажали. И типа клемничка. Интересно, из чего оно сделано? Магнитик. Это сталь.
А вот это силуминчик. Интересно, что регулирует этот винт? Ну-ка, давайте закрутим до конца и посмотрим. Ну-ка, это усилие, усилие зажатия. Давайте немножко расслабим. Так, сейчас мы вот этот проводочек перекусим. Кусает отлично. Я думаю, в моей новой работе этот инструмент очень даже пригодится. Потому что приходится перебирать старые щитки. Чик. И зачистили. А если затянуть еще. Так, ну-ка сейчас мы перекусим. Чик. Чик. Немножко больше. Еще разок. Кусанем. Чик. Нормалек. Что сказать? Полезный в хозяйстве инструмент. Ссылочка будет в описании под этим видео. На сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Обязательно напишите комментарий для продвижения канала. И всем пока. Чего это он? А, наступил на кнопочку. Вот так.